Hi guys, sorry, время сейчас 11, среда, winter cool weather. Visit to garden. This is my garden. Home. The village my garden. Garden. Little home. And now go to the town with my flat. Короче, я в деревне, в саду. Сейчас собираюсь ехать в город на моем цикле, на моем велосипеде. Топил печку, спички попали в масляный карман. Короче говоря, намокли от масла. Еле завел. Ну. Попил, поел, короче говоря, собираюсь. Во, обувь нашел. Рубил дрова, поэтому растерянный. Топором. Еще кози сокс, шерстяные носки. Не лезу в сникерсы. Тут прохладно, потому что нет времени прогревать дом. На улице -7. На улице -7. Неохота тут ждать, короче говоря. Дроном полетал, печку протопил, позавтракал, попил чаю, поеду. Спички разложил, посуду помыл, мусор вынес, короче, все. Бэггич. Собрал. Ой. Вот, друзья, будьте осторожны с этими плитками. Капля масла. И уже, короче говоря, на плитку. И уже вот, а уходишь же, готовишь. А оно горит, это масло-то вот. Ну, когда в кастрюлю-то добавляешь, чтобы готовить. Растительное, имею в виду. И все, и фаер. Сейчас пробки выключу. Bye. Television. Тут греет муссон Балу. 1500 ватт. 1500 ватт. Мороз, короче говоря, в течение 3 часов только тепло становится. Ну, представляете, 3 часа ждать, пока нагреется электричество. И поэтому я, короче говоря, сижу в этом гараже велосипедном, у печки у этой, и просто жгу там. Там-то 5 минут и уже полыхает. Прихожу, включаю,
И туда, в этот велогараж в этот. Нет, тут все просто. Дрова. Сейчас достану. Достану велик от этой печки. Он там нагрелся уже. Такие сосульки уже тут. От нагрева дома висят. Мусор разгорел. Горел. Все, угли. Пока. Ну, короче, не камильфо. Ну, сами знаете, земля. Куда деваться-то? Сидишь тут сперва у этого, у костра, у этого, у печки. Ой. Ну, а потом туда. Перепад температур, пломбы дорогие. Этот, от мотоцикла я сложил этот из старой теплицы эту печку. Бочки туда опустил. Бочки дыру прорубил. И вон битый кирпич тут дом развалили. Обложил, короче говоря. Вон. Труба да ведра. Ну и там уже кубометр леса сгорело, так там уже просто, как сказать, печки-то в этой. Только подносишь спичку, сразу вспыхивает. Дрова за печкой. Короче, мыло. Мыло там лежит, сухари лежат. Если бомж залезет, то он снег пусть топит. Да сухари размачивает. Да печку жгет. И все хоть не сдохнет. А то они в дом залазят. Вон тут выломали. Окно выломали. Все, выворотили, залезли, короче говоря. Ну, это люто зимой бывает. Ну и Шкаролань, не Нью-Йорк, конечно. Но тоже не хотят там жить в этих во всяких обшиярах, килимарах. Хотят в городе. Чего тут в городе приехал? С захолустной деревни с волками. Город приехал, на помойку залез, оделся с ног до головы. Пакет бросовых макарон там вытащил. На теплотрассу залез и сиди, живи там. Они ходят-то вон в магазинах-то. В магазинах-то ходят, лимонад пьют по 100 рублей. Вечно оторвут там кусок крыши где-нибудь. Алюминиевый. Сдадут и богаче тебя. Хай. Сапер. Ой. Star born with way.
Звезда родилась, уйди. Нет, телефон держать и ехать, вот я велосипед здесь переломаю. Короче, я поехал туда. Бай. И гловсы. Гловсами экран Sony не срабатывает. Отключается. Гловсы. Айда. Короче, не отключается, ладно. Да тут есть настройка-то в телефоне. One hand с одной рукой, короче. Есть настройка в перчатках. Чувствительная. И есть автопей, короче говоря, вместо пластиковой карты. Подносишь телефон и считывает Сбербанк. Все есть в телефоне в этом. Просто тут такая, такая провинция, что некому тут даже в телефоне мне настраивать это все. Как-то срабатывает. Дорогой, ну. Но...